Хочу показать эффект диметуата против тли. Я как бы сам не ожидал этого, но вот, к примеру, вся тля, которая была на поверхности, она вот здесь. Вся она усыпана. Почва вся усыпана тлей. Ну, понятно, что какая-то еще пытается жить. Но так ее здесь было достаточно на горохе. Это была первая обработка. И все, горох теперь относительно чистый. Вот этой проблемы. Потому что сама эйфория в чистом виде, как, допустим, не знаю, может быть, по этому году, да и по прошлому году. По прошлому году я тоже заметил, что она тоже как-то не очень хорошо работает. И пришлось в этом году немножко потестировать. То есть вот здесь работали буквально вчера ночью. Вот такой вот классный эффект